Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Марти Киев о наиболее значимых событиях в республике. Мэр Черкесска призвал горожан принять активное участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства. В 23 школах Карачаево-Черкесии ведется капитальный ремонт. Синоптики спрогнозировали окончание периода аномального холода на Северном Кавказе. И в Карачаево-Черкесии установлен второй класс пожарной опасности. Далее об этих и других темах подробнее. В Швеции при попустительстве полиции исламофобы сожгли Коран. Провокации прокатились и по другим странам Европы. Произошедшее вызвало негодование со стороны мусульман всего мира и даже среди представителей других конфессий. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев записал обращение, в котором выступил с жесткой критикой в адрес провокаторов и тех политических деятелей, чья позиция привела к таким крайне негативным последствиям. Эти случаи были уже. И об этом по всему миру говорили, возмущались. У нас в России приняли закон оскорбления чувств верующих. И поэтому у нас это как-то невозможно сделать так, чтобы люди безответственно, безнаказанно уходили от этого. Мне кажется, надо этот такой же закон сделать во всех странах, чтобы чувство верующих, оно сохранялось законом. Это такое чувство, где человек, не контролируя себя, может совершить преступление. Если он увидит человека, который оскорбляет его чувство, чувство верующего человека, он может не контролировать себя и сделать все, что возможно. Поэтому от этого надо как-то уйти. Этих людей я их полноценными людьми не считаю. Они хотят как-то показать себя, но они же не верят в Бога. Верующий человек никогда это не сделает. Он знает прекрасно, что он будет наказан Всевышним за то, что он делает. В эти дни в Калуге проходит всероссийский семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов страны, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Карачаево-Черкесию представляет министр образования и науки Инна Кравченко. Участники мероприятия обсуждают вопросы, связанные со стратегией и практикой развития общего образования, обновлением учебно-методического сопровождения образовательного процесса, а также с направлением в сферах воспитания, дополнительного образования и летнего отдыха. В 23 школах Карачаево-Черкесии ведется капитальный ремонт. В настоящее время уже во всех учреждениях практически завершились демонтажные работы, ведутся отделочные работы, замена инженерных сетей. В зданиях будут заменены окна, полы и двери, а системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и пожаротушения будут обновлены. Помимо этого пройдут работы по благоустройству их территорий. Сами же школы будут оснащены мебелью и оборудованием, а учебный фонд пополнится учебниками и пособиями. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства. Об этом рассказал министр культуры Зураб Агирбов. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. Более 12 тысяч детей из Карачаево-Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории региона. Благодаря отмене антиковидных ограничений в лагерях планируется 100% загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях.
Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальникам муниципальных органов управления образования предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. Значит, до 29 апреля в школьных лагерях у нас будут проведены все мероприятия по устранению тех предписаний, которые выдвинули контрольные надзорные органы. Госуслуги доступны и несовершеннолетним гражданам. Это касается подростков старше 14 лет, которые смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись. В частности, будет доступна возможность зайти в электронный дневник или получить информацию о поступлении в учебное заведение. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития Андрей Грибкин. Портал госуслуг и система государственных услуг в первую очередь направлена для получения тех или иных государственных муниципальных услуг в электронном виде населения. Соответственно, это расширение, это возможность регистрации детей на портале госуслуг, это в первую очередь сделано для того, чтобы они могли также полноправно пользоваться теми услугами, которые для них есть. В настоящее время регистрация детей до 18 лет заключается в двух этапах. Это до 14 лет упрощенный аккаунт. Упрощенный аккаунт подразумевает, что учетная запись ребенка до 14 лет полностью подконтрольна родителю. То есть он ее заводит, он ее модерирует условно, он за ней следит. С 14 лет до 18 лет это уже появляется возможность самостоятельной регистрации. С чем это связано? В первую очередь, 14 лет ребенок получает свой первый официальный документ, это паспорт. Вместе с получением паспорта он также получает иные документы, такие, например, как ИНН, как СНИЛС, которыми он, может быть, и ранее получил, но они теперь становятся активными, и ими можно пользоваться. Мэр Черкесска Алексей Баскаев призвал жителей принять участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Если вам исполнилось 14 лет, до 30 мая текущего года можете отдать свой голос за преображение одной из двух общественных территорий в республиканской столице, написал Баскаев в своем телеграм-канале, отметив при этом, что сам с выбором уже определился. Новые контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в 15 населенных пунктах республики. В рамках регионального проекта «Комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» Карачаево-Черкесия приобрела почти 2000 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Об этом рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Батчаева. Приобретено два вида контейнеров – синего цвета для сбора сухих отходов, которых можно вторично использовать в дальнейшем, перерабатывать и использовать. Это бумага, стекло, пластик, металл. И серые контейнеры для несортированных отходов. Региональные операторы будут вывозить отходы с этих площадок в разное время. Допустим, приобретать отдельную спецтехнику, куда бы загрузили сразу два вида контейнеров, на сегодня нецелесообразно. А организовали они таким образом. В один день они будут вывозить несортированные отходы, и в другой день, либо в тот же день, но после, следующими рейсами, они будут вывозить сортированные отходы. В Карачаево-Черкесии установлен второй класс пожарной опасности. Такие данные представлены информационной системой дистанционного мониторинга Рослесхоза. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров обеспечена готовность сил и средств пожаротушения. При обнаружении возгорания необходимо оперативно сообщать на прямую линию лесной охраны 8 800 194 00. Звонок бесплатный. Социальное предпринимательство в последние годы получило существенную поддержку государства, и число социально ориентированных предприятий неуклонно растет. О том, как стать социальным предпринимателем, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Для того, чтобы получить социальным предприятием стать, нужно получить социальный статус. Социальный статус для этого нужно, во-первых, обратиться к нам в центр.
мы подскажем, мы дадим перечень документов, которые необходимо собрать и направить в наш центр. После этого мы это все проверим, где-то подскажем, потому что там есть определенные нюансы, есть определенные требования. И после этого мы отправляем этот пакет документов предпринимателям, отправляем в уполномоченный орган. Выступает в уполномоченный орган это Министерство экономического развития. Дальше они рассматривают этот пакет документов и выносят решение. Комиссия выносит решение, дать социальный статус этому предприятию или нет. Что дает нам социальный статус, я сразу скажу. Нам это дает, то есть здесь вот, получается, официально это предприятие является социальным. И оно может претендовать и получать меры государственной поддержки. В Карачаево-Черкесском госуниверситете проходит передвижная выставка «Кавказ пленэр. Друзья», организованная выпускниками вуза, художниками Сергеем Кулешовым и Виктором Ветровым. Проект начал свой путь по Северо-Кавказскому федеральному округу еще в 2017 году. В нем принимают участие художники от каждого субъекта, входящего в состав округа. Выставка дебютировала в Чечне, продолжилась в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Осетии. Это пятая выставка, которая проходит в Карачаево-Черкесии на базе университета. От республики в проекте принимает участие художник Халис Атаев. Благодаря форуму «Дни карьеры» в Карачаево-Черкесии молодежь сможет получить 500 тысяч рублей в виде гранта. Участвовать может любой желающий. На эти средства участники могут реализовать свой проект, причем направления могут быть самыми разными. Об этом рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Физические лица, проживающие и зарегистрированные на территории Карачаево-Черкесской Республики в возрасте от 18 до 35 лет, имеют возможность подготовить свою инициативу в виде проекта и претендовать на получение финансирования в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Эссе «Солдатское дерево» ученика 8 класса средней общеобразовательной школы аула Старокувинск Адыгехабльского района Мурида Килба удостоено диплома лауреата Международной выставки инновационных достижений «На виду» Академии народной энциклопедии Международного инновационного проекта «Моя отчизна». Жителям республики доступна новая образовательная онлайн-платформа «Прознание КЧР». Этот ресурс позволит всем желающим, не выходя из дома, получить новую специальность. Комментирует информацию советник министра по делам молодежи Расим Попшулов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы по важным, по его мнению, направлениям, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков принимает поздравления с 80-летием. Командир корабля во всех пяти своих полетов за 30 лет этот рекорд лишь однажды повторен, но не превзойден. Во время пятого полета Владимир Джанибеков сделал уникальное открытие, обнаружил явление периодического произвольного переворачивания тела без каких-либо внешних воздействий. Вскоре этот эффект движения в невесомости назвали его именем. Владимир Джанибеков несколько раз бывал радушным гостем Черкесска. Первый раз встреча жителей с Владимиром Джанибековым произошла 18 июля 1978 года в Зеленом театре парка и культуры «Зеленый остров» после его полета в космос. В Золотом фонде радио хранится двухчасовая запись беседы Владимира Джанибекова. Он рассказывает о полетах в космос, явлениях и событиях, свидетелем которых он стал. Дело в том, что вид нашей Земли из космоса очень красив, прекрасные восходы, заходы Солнца, вид самой Земли плывущей, какой-то тишине очень молчаливо плывущей под тобой, плывет она очень быстро, но скорость перемещения можно сравнить со скоростью перемещения Земли при полете на самолете, ну, например, Ту-104 на высоте примерно 300 метров, вот такая примерно скорость. То есть нужно хорошо знать географию, понимать, где ты пролетаешь, иначе ты не успеешь даже и сориентироваться, где ты идешь. Ну, видны крупные ориентиры, там материки, но для более детальной привязки нужны, конечно, более глубокие детальные знания о географии. Солнце меня привело как-то в восторг, особенно вот с одной стороны станции.
И когда восходит солнце, солнечная панель включается в работу и начинает ориентироваться на солнце. И вот в момент вот этого поворота появляется фантастическая игра красок вот на самой этой панели. Ну и сама Земля здесь совершенно разная, и солнце разное. Это нельзя передать словами, и, наверное, нужно посылать туда профессионального художника, чтобы он хоть что-нибудь смог запечатлеть. В республике продолжается период наивысшей активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. На сегодняшний день официально зарегистрировано 28 случаев укуса клещей, 12 из которых дети до 14 лет. Пострадавшие – жители Карачаевского, Хабесского, Ногайского, Малокарачаевского и Абазинского районов. С целью снижения риска заражения населения инфекциями, органы исполнительной и муниципальной власти продолжают мероприятия по обработке различных территорий. В предстоящее воскресенье, 15 мая, жители республики, как и страны в целом, также всей планеты, отметят Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. Это очередная возможность показать реальную близость проблемы и проводится с целью вспомнить тех, кто умер от этого заболевания, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ. С 1989 по 2021 годы в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 1208 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе 15 детей. За весь период в республике умерло больных ВИЧ-инфекцией 203 человека. Из них 197 были постоянными жителями Карачаево-Черкесии. Из общего числа умерших с диагнозом СПИД 57 человек. За 4 месяца текущего года в регионе зарегистрированы 5 новых случаев ВИЧ-инфекции, а в аналогичном периоде прошлого года 6. Органами Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии одобрены выплаты на 4000 детей от 8 до 17 лет. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. В органы Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии за первые 10 дней мая поступило более 15 тысяч заявлений. На сегодняшний день уже рассмотрено и одобрено порядка 2500 заявлений на более чем 4000 детей. Этим семьям уже с 11 мая начали поступать первые выплаты, сразу за 2 месяца, апрель-май. 99% заявлений было направлено дистанционно, через портал государственных услуг. Еще 24 заявления подано в многофункциональные центры и 53 в клиентские службы Пенсионного фонда, которые продолжали работать все праздничные выходные дни мая. В Карачаево-Черкесии пройдет второй чемпионат по скоростному бегу малышей. Самые юные жители республики в возрасте от 7 месяцев до 3 лет примут участие в самом грандиозном спортивном событии для малышей «Лялькин старт». Впервые состязания прошли несколько лет назад. Они набрали огромную популярность среди жителей нашей республики. Это стало очень ярким и запоминающимся событием. Юные спортсмены будут состязаться в нескольких номинациях. При распределении детей в возрастные группы будет учитываться уровень их физического развития. Синоптики спрогнозировали окончание периода аномального холода на Северном Кавказе. Холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 4-5 градусов на юге России и в Северокавказском федеральном округе с сегодняшнего дня начинает меняться по-настоящему весенним теплом и солнцем. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. В горах местами плюс 7-12, выше 3000 метров лавиноопасно. В Черкесске без существенных осадков, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 21 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!